В День защиты детей не забыли и тех ребят, которые нуждаются в особом подходе и заботе. Для тверских детей с ограниченными возможностями и их родителей муниципальным казенным учреждением управлением социальной политики была организована двухчасовая прогулка на теплоходе по Волге. А о том, как это было, в эксклюзивном материале Натальи Федоровой. Настоящий тарарам! Сколько вас сегодня здесь? Мне за день не перечесть! Здесь и Саши, и Наташи, Вовы, Кати, и Любаши, Маши и Пети. Вот какие дети! Праздник, День защиты детей, а также первого дня лета дети с ограниченными возможностями получили бурю позитивных эмоций. Для них была организована двухчасовая прогулка на теплоходе по Волге. К сожалению, из-за пандемии последние 2 года мы не могли проводить это мероприятие. Но в этом году мы возвращаемся к замечательной традиции, к путешествию, хоть и небольшому, по нашей замечательной реке Волге. Кроме того, впервые в прогулке по Волге на теплоходе приняли участие школьники из малообеспеченных семей, состоящих на учете в муниципальном казенном учреждении управления социальной политики. Не передать всех эмоций, которые дети испытали во время плавания. Общение с детьми, игры и, конечно, прекрасные виды на город. Что еще нужно для счастья? Но не только дети были в восторге, но и их родители. Нравится. Погода сегодня хорошая. Замечательный праздник для детей, детям, ну, организации, все это нравится очень. На борту прогулочного катера была также организована культурно-развлекательная программа. Ее провели студенты Тверского колледжа культуры имени Львова. Будущие артисты показали детям представления, провели интерактивные игры и конкурсы. Мы проводим вот такие анимационные выездные сессии на пароходике. Мы готовим программу с детьми. Это студенты 2-го курса, кафедры театральное творчество. По окончании мероприятия все дети получили подарки – сладкие сюрпризы, книжки-раскраски и наборы канцелярских принадлежностей. Детство – это самое лучшее время. И абсолютно у каждого ребенка оно должно быть счастливым. С Днем защиты детей!